заведомо понимая, что он оттуда выйти не может, и попытается спасти. Вот когда мы сейчас об этом говорим, почему мы спрашиваем, возможно ли добровольческое движение или невозможно, мы как раз и спрашиваем, почему? Вот уже видно по всем как бы признакам, что по архетипу, мы уже говорим, фашисты, хатыни, Вторая мировая, а никто особо не проявляет этого желания. Осталась ли эта сила? Мы про Россию не говорили, мы договаривались, что давайте лучше о ней не говорить. Осталась ли эта сила в Европе? Не на уровне информационных, не на уровне компьютерных каких-то сетей, а на уровне живых людей, которые могут поехать и просто помочь остановить войну, остановить ее развязывание. Вот о чем шла речь. И вопрос, к сожалению, у нас пока остался без ответа, потому что мы пока это не видим. То есть опять мы возвращаемся, мы как-то об этом говорили в дежавю уже, что если это сам, если будущее в Европе, если будущее у нас, если мы относимся к этому так, вот она война, в самом центре Европы. Наверное, об этом. Спасибо. У нас как-то очень незаметно сегодня время прошло, тем более, что у нас и гости были. Если есть у кого-то необходимость вот высказаться, да, что-то такое вот по нашей теме, с большим удовольствием еще выслушаем, на одного-двух человек, не больше, если нет, то, наверное, вот на этом мы и закончим. Да, пожалуйста. Да, конечно, давайте, конечно. Я можно микрофончик? Добрый вечер всем. Я не совсем по теме, просто сегодня знаменательное событие. Сегодня день переводчиков военных. Поэтому вот мы бы хотели поздравить вас. Где у нас? Да, у нас уже. Мы шуршим уже. В лице школы здравого смысла, в лице Александра Гарунча. И есть большое пожелание от нашей группы слушателей, чтобы все предсказания, которые в рамках школы здравого смысла озвучиваются, чтобы они все быстрее материализовывались. И действительно. Спасибо вам большое. Буквально на несколько секунд у нас опередили. Мы действительно хотим поздравить всех наших коллег. Они сегодня собрались, у нас сегодня очень мало здесь, они собрались и отмечают. Мы решили все-таки вот провести школу здравого смысла, так совпало. Поэтому большое вам спасибо за поздравление, огромное. Ну что? Так. Ну, следующий будет, всем сообщим. Всем сообщим. Стоп, снял.
понятно, дорогие друзья. Продолжаем социологический эксперимент. Номер карты 5469, 3800, 4400, 5493. 8 лет я нигде не работаю, занимаюсь только тем, что выхожу и снимаю, и выкладываю в сеть интернет.